Добрый день, дорогие друзья. Евгений Витальевич с вами сегодня, учитель физики. Сегодня на занятии мы будем с вами конструировать настоящий оптический прибор. Самый примитивный, самый простой, но именно он дал начало всей фото- и видеоаппаратуре, с которой мы сегодня с вами сталкиваемся. Ну, изготавливать мы сегодня будем с вами такой простейший прибор, который называется камера обскура. Несмотря на свое такое сложное, страшное название, от латыни означает «темная комната». Что нам понадобится для изготовления данного устройства? Ну, в первую очередь подойдет самая простая примитивная коробка, любая, из-под обуви, из-под какой-то бытовой техники, не суть важно. Понадобится клей бумажный, канцелярский, нож, ножницы, линейка, карандаш и шило небольшое. Ну, прежде чем мы приступим с вами к изготовлению данного оборудования, хочу вас немножечко ознакомить, что же это такое. Человек изобрел это устройство очень и очень давно. По некоторым данным, еще в 5-4 веке до нашей эры китайский ученый Мо Цзи наблюдал с помощью данного устройства солнечное затмение. Позже это устройство в средние века нашло очень широкое применение среди художников, которые рисовали портреты людей, пейзажи природы с помощью данной камеры. То есть это устройство дает возможность получить изображение любого объекта, любого предмета, и его можно обрисовать, можно его сфотографировать, как это позже произошло с появлением фотоаппаратов и фотокамер. Вот. Ну и многие исследователи, экспериментаторы именно так и считают, что это и есть прототип всего вот этого многочисленного семейства оборудования. Итак, предлагаю перейти к изготовлению данного устройства, данной конструкции. Итак, как я уже сказал, нам понадобится коробка. Значит, размеры коробки имеют значение. Если мы хотим получить достаточно большое изображение, то коробка должна быть немного шире, соответственно. Но при этом нужно учитывать, что яркость изображения очень сильно будет от этого страдать. Поэтому, чтобы упростить изготовление и получить сразу же результат и эффект, я рекомендую взять коробку не слишком широкую, вот примерно как это, сантиметров 15-20 в ширине. Далее, с помощью карандаша и линейки в одной из стенок этой коробки мы обрисовываем прямоугольное отверстие, окошко, окно, да, правильно будет сказать. Вот. И с помощью канцелярского ножа начинаем его вырезать. Не забываем про правила техники безопасности, очень острый режущий предмет, поэтому рекомендую вам воспользоваться помощью взрослых. Итак, с помощью линейки и карандаша нарисовали прямоугольник. Я уже заранее здесь подготовил заготовку и вырезаем с помощью канцелярского ножа вот это окошечко прямоугольной формы. Делаем очень аккуратно, соблюдаем правила техники безопасности, осторожность прежде всего. Итак, после того, как вы вырезали все 4 отверстия, у нас получается вот такой промежуточный результат. То есть получили. Здесь у нас будет экран, куда будет демонстрироваться изображение. Далее. В противоположной стенке этой же коробочки нужно проделать небольшое отверстие. С помощью острого предмета шила, либо иголки, нужно проткнуть примерно в середине стенки отверстие. Диаметр отверстия здесь также очень важен. Чем меньше отверстия сделаете, тем более четкое изображение получите, но оно будет более темным. Если сделать отверстие немножечко пошире, ну, миллиметра 3-5 максимально, изображение получим более яркое, но при этом будет страдать резкость этого изображения. Проделали отверстие. Далее нам нужно изготовить экран. Значит, для экрана нам понадобится полупрозрачная пленка полиэтиленовая, либо лист пергамента или кальки. Важно, чтобы он был полупрозрачным. Ну, я остановил свой выбор именно на пленке, потому что она имеет большую прозрачность. С помощью вырезанного ранее прямоугольника мы накладываем его на соответствующую пленку и на расстоянии приблизительно 1 сантиметра от края обрисовываем
И потом также с помощью ножниц аккуратно вырезаем. Я уже здесь тоже подготовил заранее заготовочку. Вот получили вот такой вот экран из полупрозрачной пленки. Теперь наша задача соединить одно с другим. Значит, с помощью бумажного клея с внутренней стороны рекомендую, хотя не принципиально, можно и с наружной стороны все это сделать. Я сделаю с наружной стороны. Промазываем края нашего этого прямоугольного окошечка. Хорошо промазываем клеем. И аккуратно приклеиваем вырезанный экран. Укладываем его, смотрим, чтобы все у нас совместилось. Экран должен тоже иметь определенное натяжение, чтобы он не провисал и не прогибался. Все, наша камера готова. Теперь закрываем крышечку. И направив данные в прибор, это действительно уже прибор, полноценный физический прибор получился оптический, на какое-нибудь яркое изображение. И на окно, допустим, можно направить. Здесь мы увидим изображение. Сейчас, к сожалению, погода не такая яркая и солнечная. Для этого прибора нужно яркое достаточно освещение. Вот. Но все же вы можете очень легко увидеть, что изображение, полученное с помощью данного устройства, оно перевернутое вверх ногами. Тот же самый принцип построения изображения в человеческом глазе используется. То есть это та же фактически камера обскура. То есть световые лучи проходят через наш зрачок, через хрусталик, переворачивается изображение, оно становится уменьшенным, и дальше уже мы воспринимаем как видимые предметы, видимые детали. Итак, мы с вами изготовили простейший прибор. Не нужно думать, что это просто такая детская игрушка. С помощью этого устройства можно производить достаточно серьезные наблюдения. Все вы знаете, что наблюдать Солнце невооруженным глазом никак нельзя, потому что можно повредить зрение и даже утратить его. Так вот, с помощью данного простого устройства можно наблюдать за Солнцем, можно увидеть там пятна на этом солнышке. Ну и в счастливые моменты солнечных затмений тоже применяется это устройство. Даже из собственной комнаты вы можете соорудить камеру обскуру, если у вас плотные достаточно шторы темные. Что для этого необходимо? Всего лишь несколько прищепок и вот такой цилиндр от скотча. Для этой цели зашториваем окна, закрепляем их прищепками и где-то посередочке между шторками вставляем этот цилиндр. И в ясный солнечный день вы на своей стене сможете наблюдать все то, что происходит на улице, правда, в перевернутом виде. Ну а на этом у нас все. Спасибо за внимание. Успешных экспериментов!